Разгрузить исторический центр Гродно от автомобильного руху и максимально накировать транзитные транспортные потоки по объездных магистралях. Такая концепция в соответствии с генеральным планом развития областного центра повинна быть реализована до 2030 года. Для решения поставленной задачи предугледжены шерох заходов по удосконалению транспортной инфраструктуры города. Одним из важных кроков у этом направку обещает стать реконструкция былого чыгуночного моста про Знёман под автомобильным. На подходах до этого объекта уже распачаты будаўнічыя работы. Одночасово яны вядуцца ад вуліцы Паўднёвай мікрараёна Вішнявец і з боку аўтамагістралі Мінск-Гродна. Наступным крокам стане рэканструкцыя самога моста. З аднакалейнага чыгуначнага ў адпаведнасці з праектам ён ператворыцца ў чатырохпалосны аўтамабільны з выхадам на трасу М6. У перспектыве там з'явіцца двухузроўневая развязка. Як адзначаюць спецыялісты, гэта стане адным з участкаў знешняй аб'язной магістралі Гродна. Стварэнне такога кальца призванага разгрузить областный центр от транзитного транспорта, предугледжаны генеральным планом развития города до 2030 года.